«Сувар строит» – надежная компания-партнер. Проводник по ключевым этапам жизни своих клиентов. Мы строим, чтобы дом стал для людей главным ресурсным местом комфортной и счастливой жизни. Вот, смотрите, все снимается. Ни ванны, ни раковины, ни газовые плиты, то, что требует демонтажа, разбирания долгого. Например, мебель требовалась, мебельщики, грузчики могли что-то перетащить, вынести, погрузить, увезти. Но все, что остальное там осталось, нажитое сильным трудом, осталось там так, в этих квартирах. Была создана группа жильцов, чат по контактам, как бы буфер между администрацией и жильцами пострадавшими. Но это была малоинформативная группа. В основном, как забрать вещи, как достать газель, как перевезти куда чего. Мы получили по 3000, собранные жителями поселка Радужный, Салават, Купере, через исполком. Волонтерскую группу, значит, делю, были выданы на руки по 3000 тоже, опять-таки, на каждую семью. Буду сейчас подыскивать жилье государственное, вот, маневренными, так поняли, что это на год всего лишь. ЖКХ сказала, что нам счета фактуры будут тут же аннулированы, значит, что еще, пункт временного размещения был в больнице местной, старой. Вот, койко место давали, потом питание организовали. По каждой квартире дали по 30 тысяч лишь от района индивидуальное пособие на семью. «Сувар строит» – надежная компания-партнер. Проводник по ключевым этапам жизни своих клиентов. Мы строим, чтобы дом стал для людей главным ресурсным местом комфортной и счастливой жизни.